Телевидение продолжает свои репортажи. Чемпионат мира постолимпийский 2014 года по фигурному катанию. На связи в Токио. А на льду? На льду. Юлия Лепницкая. И представляет ее Аделина Сотникова в эфире российского телевидения. 15-летняя ученица Сергея Дудакова и Этери Тутберидзе. Ну, Этери Георгиевна, естественно, основной специалист в этом. Это мы все прекрасно знаем. Вот. Ну и сейчас момент очень важный для нас. Потрясающую сумму набрала Осада, Каролина Костнер рядом. И дай бог, чтобы сейчас все у Юли сложилось. С Богом. Просто молодец, собралась, сделала все элементы. Я до сих пор не могу отойти, потому что я волнуюсь, очень болею за наших девочек, так как я не могу присутствовать там, к сожалению, ну и к счастью. И поэтому большая молодец, очень рада за нее, что собралась, несмотря на то, что столько эмоций потратила на Олимпиаде, и тут она сделала... Откатала очень хорошо свою короткую программу. Большая молодец. Только теперь давай так же на произвольную. Мы не будем сейчас делать никаких прогнозов, как оценят судьи. Мы видим только потрясающую текущую оценку за технику. 40,73. Этери Тутберидзе благодарит. Мы не знаем, какие там слова. Она просто благодарит свою ученицу за то, что сейчас Юля показала. 40,73 – это текущая оценка. Текущая оценка, ну и сейчас будем ждать. Аделин, пожалуйста, вам слово. Здесь все тут безупречно. Тут вообще без претензий. Тут был отличный. Дупель был отличный. Флип, который она не сделала на Олимпиаде в короткой программе, был очень хороший. Нашла силы, собралась и сделала. Молодец. Что сказать еще?
все в огромной плюсовой зоне. Ну, вот если так говорить по оценкам судей, такая текущая у нас оценка за технику, двойной аксель плюс 0,5, остальное все больше балла, стабильно на плюс. Это очень важно, потому что когда вот идет действительно распределение уже мест, борьба там, там каждое вращение, там каждый балл, он на вес золота. Ну и Юля довольна. Она эмоции свои бережет, мы это прекрасно знаем. Она, конечно, почем зря радоваться не будет. Ну и сейчас все внимание. Какие оценки поставят ей судьи? Ага. И отправляют ее на третье место. По второй в основном оценке. Ну, завтра произвольная программа. Вообще ничего не произошло. Послезавтра, конечно. Спасибо. Спасибо, Аделин. В субботу в прямом эфире российского телевидения произвольная программа женского одиночного катания с комментарием Аделины Сотниковой. Ну, а у нас вот... наш